А так я не понимаю вообще, что тут происходит. Я какой-то бред вообще. Я вот я военный а человек. Мы сами смотрим и ничего не понимаем, что творится. Да, да, да. Тут уже все возмущаются, так, все возмущаются, конечно. Подкрепление не приходит. Понятно. А это, не моетесь, ничего? Тут ничего нет, тут сзади деревня, там ни света, ни воды, ничего, один колодец. Ты живешь как в каменном веке. Ни интернета, ничего, я даже новостей не знаю, даже что вообще в России-то происходит. Кто? Что в России происходит? Я тебе скажу, что в России. Мобилизация идет, 200 тысяч уже набрали. 200 тысяч в Казахстан сбежали, в Грузию сбежали, в Монголию сбежали. Ну, это сейчас вот эти, которых наберут, это просто сейчас поедет неподготовленное местище сюда, понимаешь? Ну, сейчас обучает их, месяц будет обучать. Не будет никто никого обучать. Не, обучают, Жень, показывают, как он это, по телевизору как обучают, наших тут обучают, слышь, нас там разделяют. Ты слышишь, я тебе что говорю? Вот я приехал туда 17 числа, но 25-го я уехал. А мне тоже обещали, но, что у нас будут 2 месяца обучать. Ну, потому что ты офицер, ты уже проходил. Я не один поехал такой. Здесь набрали вот таких же добровольцев. Половина, которые автомат в руках не держали. И они такой же срок здесь были, понимаешь? Они были 5-10 дней, и они все уехали. Я тебе рассказываю, Жень, какая. Потому что вы контрактники. Не верь ты никому. Вы потому что контрактники, а эти мобилизованные, понимаешь? Две большие разницы. Вагнер привезли, они все тюремщики с тяжелыми сроками. Ну и что? Ну и молодцы, воюют. Ну их это, хотят он сейчас, не знаю, пустить. А? Вперед. Вперед хотят пустить, да? Тут уже нас пугают сроками тюремными и так далее, и так далее. Что срок? Ну, за оставление позиции, за дезертирство. Мины, они, конечно, блин, просто как начинать по распорядку в 8 утра. И вот до 6 вечера. Бух-б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 ух. Все. Ну, понятно. И вот это вот они летят и летят. Я уже знаю, как она выходит, куда она уже полетит по звуку, дальше или ближе. Вот, уже они как родные мне стали, эти мины. Ни градов нет, я говорю, где грады, где самолеты вообще, где все есть? Вы что, не знаю, где грады. Прилетите туда на 2 сушки, поднимите или там 2 грача, расщепите в эту деревню, да что мы с ней уже 2 недели здесь бухаемся, с этой деревней вонючей. У нас квадрокоптеры вдруг боятся летать, потому что у них эти там стоят какие-то эти моторчики, что они могут там замкнуть, блин. Эти летают и в дождь, и в ветер, и в снег, и в гололеды, и когда хочешь. Нет тепловизоров, нет. У этих, говорит, есть все, блин. Я не понимаю вообще, я просто... Там опять фронт прорвали с Херсонщины, на 20 километров углубились, блин. Сейчас я уже согласен, там не только спецуда стоит. Отпарим, до предыдущего одна огонь. Я тебе, сука, куплю, блядь, анальные бусы, нахуй. Анальные бусы, блядь. Засуну в очко, нахуй, и будешь на анальных бусах, сука. Отдать мне, блядь. Это контент. Прикинь, как возмутило, на полкана подобахнулся чувак всего лишь. А снаряды дорогие.